53-й школьный Зеленина прошел день открытых дверей для будущих учеников и их родителей. Знакомим наших гостей с нашим образовательным учреждением, с его структурой, с его устройством. Образовательное учреждение рассчитано на 1225 мест. В школе 62 учебных кабинета, 3 спортзала, класс хореографии, актовый зал на 560 мест, школьное кафе, медблок и современный информационно-библиотечный центр. Прием документов будет осуществляться согласно правилам приема и перевода обучающихся, которые разработаны Министерством просвещения Российской Федерации. Первоклассников мы начнем принимать с 1 апреля. Все правила приема будут опубликованы на официальном сайте нашей школы. До начала учебного года школа планирует устроить еще несколько экскурсий для будущих учеников и родителей.